тебя люблю. А у тебя есть девушка? Ну ты хочешь, я знаю. Я очень хочу с тобой давно уже. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет дуэль против моей подписчицы на 1000 голды. Настюха, поздоровайся. Всем привет. Ну чё, Настюха, ты готова проигрывать или выигрывать? Я готова выигрывать. Окей, ребята, играем на всю карту, играем ровно до 8. И да, кажись, мои подписчики кое-что забыли. Настюха, напомни им. Подписаться. И поставить лайк. Ребята, я вас реально очень прошу, по-братски ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кента ПК, потому что, ну как ни крути, я стараюсь. Поэтому поехали. Настюха, как давно ты смотришь канал Кента ПК? Ух ты, блин. Довольно очень давно. И что тебе нравится в этом канале больше всего? Ты мне очень нравишься. Я нравлюсь? Да. Да ну нахрен, реально? Ой-ой-ой. Да. Так, подожди, я сейчас причесон себе поправлю. Ох, фига себе. Ну, надеюсь, как друг, правильно нравлюсь? Да. Окей. Ядрить, колотить, Настюх, ну ты живучая. Так. Ох ты, блин. Ну все, Настюк, ты сама напросила, сиди сюда. Блин. Так, я тебе 1000 голды давать не хочу, поэтому мне проигрывать нельзя. Ни в коем случае. Я не хочу. Ты хочешь. Я знаю, ты хочешь отдать 1000 голды. Ой, блин, как это было красиво. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Расскажи мне, пожалуйста, как давно ты играешь в стендов и почему? Я играю в стендов из-за твоих видео. Мне очень понравилась эта игра. Да ну нахрен, реально? Да. Вот это прикольно. Так, и как давно? Ну, где-то... 2 месяца назад. Да, ну в принципе ты играешь довольно-таки неплохо, и я слышал твои шаги. Настюш, ты же хочешь умереть? Скажи честно, и проиграть 1000 голды. Нет. Ну ты хочешь, я знаю. Ну блин. 2-0. Как ты там оказался вообще? Да, я Кент, я везде. Я сейчас себе поменяю немножко тактику. Настюх, расскажи немножко о себе. Во-первых, кто ты, чем занимаешься, с какого ты города? Ой, ты умерла. И почему ты решила поиграть именно со мной? Я из города Москва, и я решила поиграть с тобой, потому что я думала, что я тебя выиграю, но я очень хочу с тобой давно уже поиграть. Ага, то есть ты меня очень давно хочешь, правильно? Да. Ё-моё! Так, 3-0, ну чё ты слабо меня хочешь? 3-0 всего лишь-то. Настюх, ты выигрывать будешь или нет? Алло. Ну, постараюсь. А сколько тебе лет, Настя? Мне 16 лет. 16 лет, да? Да. Фига себе ты старая. Обычно у меня подписчики им до 10. Нормалды, 4-0, все как положено. Батька Кент выигрывает. Слушай, а тебе сколько лет? Мне 20. А, ясно. А у тебя есть девушка? А к чему эти вопросы? А не скажу, секретик. Фига себе, это любопытно, есть ли у меня девушка или нет. Фига себе. Ну, хорошо. А есть ли у тебя парень? Скажи мне лучше. Нету парня? А да. Почему это нету парня? Ну, не знаю, вот так вот получилось. Да? Ну, ничего страшного. Когда-то будет и у тебя парень. Наверное. Ха! Ну, я надеюсь. Да? А кого ты себе парня хочешь? Ну, брюнета. Накачанный, чтобы был. О. Чтобы был геймер такой же, как и я. Слушай, кажись, твое описание кого-то напоминает. Ну, только накачанное это не совсем про меня. Ну, хотя... Вот это рама 2 вандала. Ну, так, ну, дальше рассказывай. Ну, чтобы он, в общем, был красивый и умный.
Ой, ну это прям про меня. Так, ну ладно, ладно, ладно. 6-0, папочка Кент. 7-0. Да ну как-то вообще изи. Алло, ты еще голды сейчас не проиграешь. Ты это понимаешь? Да. А ты готова ее отдать? Нет. В смысле? Ну, какого хрена? Подожди, ты реально не готова отдать? Ну, да. Твою налево, почему со всеми, кем я дуэлюсь, у них постоянно какие-то отговорки? Хорошо, почему ты не готова отдать голду? Слушаю твою отговорку. Ну, просто понимаешь, я тебя очень давно люблю. Чего? Кого? А ну-ка, ну повтори! Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я, конечно, все понимаю. Ну, во-первых, это статья. Во-вторых, у меня есть девушка. Вот так вот. И да. И да, голду можешь не отдавать. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Короче, ребятки, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что то, что было сегодня, ну это просто полный трэш. За это надо поставить лайк и подписаться на канал Кента ПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.